Когда начинается дождь, Тамара Васильевна привычно расставляет тазы и ведра. Запас тряпок тоже постоянно наготове. Так потопило у нас вот в кухне, углы протекли слева, вот справа. Потом у нас и по ванне, и по коридору была другая комната, значит, детская. Все углы мокрые, все протекли. Сбор воды от потопа происходит при свечах, и дело вовсе не в романтичной натуре Тамары Васильевны. Прямо по проводам бежит эта вода. Возможно. Да, коротит тут, я боюсь даже включать все это, коротит, замыкает. Здесь, получается, вы свет не включаете? Нет, все, и печка отключена, холодильник вот еще вроде как ничего, с той стороны, потому что розетка. А здесь, я боюсь, вот провода, оголенные, вот все. Здесь на столе у нас вся летопись войны с протекающей крышей. 16-й год заявление – это первый потоп. 17-й год – большая пачка, уже суды. Есть заключение, требуется капитальный ремонт кровли. В 18-м году также у нас идут претензии, акт обследования, но уже без даже заключения. То есть капитальный ремонт, мол, уже не требуется. Мы с Тамарой Васильевной прогулялись до местного ЖЭО номер 16. Начальство на месте не оказалось. На следующее утро в телефонном разговоре Игорь Лебедев нам пояснил. В 17-м году они судились, получается, дали им деньги на ремонт, они сделали только ремонт, и их опять затопило. Вот почему крышу не ремонтировали, зная о этом, такой вопрос у нас. Во-первых, погодные условия не дают. Во-вторых, эта крыша требуется капитального ремонта. Капитальный ремонт требуется. Да, весь остров требуется капитальный ремонт, не только 36-й, 14-й. Вот так, а дело-то в том, что год назад они даже судились и знали же о ней. Год назад мы сделали текущий ремонт крыши. Это не помогает. Надо делать капиталку. И получается, кому нам теперь в капремонт звонить? Каким образом? В капремонт? Сколько у них денег на дому? А есть ли какой-то номер очереди у этой крыши? Если у них собираемость 90%, то фонд принимает решение о капитальном ремонте. А если они туда не платят, извините, никто им делать этого не будет. Собираемость на капремонт в свободном доступе. Понятно, что дом еще долго будет стоять с протекающей крышей. Вряд ли пенсионер лично будет ходить по нерадивым соседям и просить оплатить счета. Через суд в 2017 году Тамара Васильевна уже добилась возмещения ущерба. Женщине выплатили 42 тысячи. Хватило на косметический ремонт кухни. Это, правда, уже незаметно. Снова дождь, снова большой ущерб жилью. Пенсионеры опять будут штурмовать суд. И так по кругу. Вячеслав Бортницкий, Владимир Николаев, ЗапТВ.